Є над чим працювати, ми будемо працювати. Якщо потрібна допомога владі, будемо допомагати. Якщо є порушення, будемо контролювати і вказувати на ті порушення. Отже, ми встаємо в нормальні ділові відносини з владою. І я ще раз хочу подякувати всіх чернівчан, хочу подякувати колег-депутатів цього скликання за тим, хто, кому не була байдужа доля чернівців, за плідну роботу. Ну і всього самого найкращого, щоб у нас все вийшло, щоб у нас місто процвітало. Удачі нам всім. Дякую. Козлова Наталія Володимирівна. Я тоже хочу поблагодарить черновчан, именно ту часть населения, которая денег не взяла и которая проголосовала по совести, по своему выбору. Эти голоса, конечно же, были отданы за разные партии, но могу сказать с уверенностью, что вот эта большая часть партии, большая часть голосов, которые взяла Ридна Миста, только благодаря платежам. Я радуюсь тому, что все-таки те люди, которые взяли деньги, они знают, о чем речь, они знают о том, что происходило, знали, какому количеству людей были заплачены эти деньги. Я понимаю ваше возмущение, потому что если даже взять вчерашнее выступление господина Продана, который нагло врал, говоря, что мы узнали результаты экзитпола, и после этого понимаем, что проигрывая, начинаем делать политический заказ, это неправда. Первые результаты были оглашены в 8 вечера.